Добрый вечер, рады приветствовать вас на платформе Озон. Озон – одна из наикрупнейших российских e-commerce площадок, на которой представлено более 6 миллионов товарных наименований в 24 категориях. От книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Озон активно развивается, и сегодня для всех, кто хочет быть всегда красивыми, обворожительными, а главное – иметь сияющую здоровую кожу, мы разберем уникальный бренд, который называется Тиана. И, конечно же, разбираться я буду не одна, а вместе с представителем брендом, с экспертом в области косметологии и красоты Гули. Гуля, здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Представляем вам сегодня бренд Тиана. Этот бренд был основан провизором, кандидатом фармнаук почти 14 лет назад. Косметика-конструктор, которая сочетается между собой абсолютно все линейки, каждая линейка может сочетаться друг с другом. Можно подобрать себе абсолютно индивидуальный уход, подбирая косметику из разных линеек. Мы сочетаем в себе инновации и природную силу растений различных и цветов. Поэтому наш бренд российский. Мы этим очень сильно гордимся. И вот сегодня мы расскажем и представим вам некоторую продукцию, которую мы выпускаем. Гуля, а вообще подскажите, вот он российский, а где находится производство? 41% и даже 50% нужно только успеть заказать. С чего тогда начнем презентацию? Ну, давайте начнем мы с ампульной косметики, потому что ампульная косметика является нашей визитной карточкой. Когда-то, очень много лет назад, компания Тиана начинала свою деятельность именно с производства ампульной косметики. На сегодняшний момент компания выпускает больше 50 видов вот сывороток вот в таком ампульном формате. Почему ампульный формат? Ну, во-первых, для нас это очень близкий формат, потому что мы провизоры, компания создана провизором. Во-вторых, для сывороток сама вот фармацевтическая упаковка – это, в принципе, одна из идеальнейших упаковок, потому что фармацевтическое стекло, оно химически нейтрально и не вступит в реакцию абсолютно с содержимым внутри. Это раз. Во-вторых, такой формат упаковки нам позволяет избежать консервации почти в 90% случаев. То есть мы здесь видим натуральный продукт, который содержит экстракты различных лекарственных растений. Да? Здесь можно увидеть и пептиды в таких ампулах, здесь можно увидеть различные протеины и так далее. Гуль, а скажите, пожалуйста, в принципе, да, насколько рассчитана данная упаковка по времени? То есть одна ампула – это одно применение, правильно? Нет, одна ампула – это не одно применение. Здесь 2 мл сыворотки, это достаточно много. Сыворотки коллоидная, видите, она такая вот достаточно плотненькая по своей консистенции. Такая ампула в среднем расходуется 2-3 дня. То есть при применении утро-вечер. А подскажи, пожалуйста, то есть мы открываем эту ампулу, а потом вот так же ее закрываем? Да, вот смотрите, здесь очень удобная упаковка. Вот чтобы открыть ампулку, вот здесь на крышечке есть 2 стрелочки. Самое главное открывать по стрелочкам, чтобы не сломать и было удобно открывать ампулку. Просто вот так надрываем ампулу и аккуратно, медленным движением мы открываем упаковку. Ну вот, в принципе, открывается как обычная. Вот смотрите, ампулы, здесь есть заглушка такая вот резиновая. То есть мы берем ампулу, мы наносим на пальчики ампулу и разносим по личику столько сыворотки, сколько нам необходимо. Легкими движениями. Да, легкими движениями. Значит, даем сыворотке впитаться. И самое главное правило, сыворотку ампульную нужно обязательно закрыть кремом. Чтобы она не выветривалась. Это водные полимеры, они нуждаются в замке. Основой ампульных сыворотки, так, ну, в частности, вот этих, которые я демонстрирую, является гиалуроновая кислота. Но гиалуроновая кислота в Тиане тоже особая. Это наша разработка, это 3D-гиалуроновая кислота, которая состоит из 3 молекул разной молекулярной массы. То есть она разномолекулярная, за счет этого она прекрасно впитывается. И все является энхансером, есть такой вот термин, да, в косметологии. То есть она ведет за собой внутрь кожи все активные компоненты, которые вот в этой сыворотке у нас находятся. А тут как раз, да, уже Анастасия, например, пишет, что ваши ампулы самые лучшие. Но вот Наталья еще не знакома с вашим продуктом. Просит все-таки подробнее о составе рассказать. В принципе, что сюда входит? Ну, вот мы поняли уже гиалуроновую кислоту. Это основа. Да, да, основа ампул. Вот в частности, вот мы сейчас будем говорить про набор. Это называется идеальный набор для питания. Он содержит 4 вида разных сывороток, которые выпускает Тиана именно для этой проблемы. Значит, из чего состоят сыворотки? Ну, вот смотрите. Первая сыворотка, первый вид сыворотки называется витаминный коктейль.
представляет из себя полный аналог безинъекционной биоревитализации. То есть это то, что подкалывается у нас в личико, это витамин А, витамин Е и депантенол на гиалуроновой кислоте. Мы предлагаем полную безинъекционный аналог. То есть для людей, которые делают процедуру, да, мезотерапию подкалывания, использование таких сывороток позволит вот этот период, да, между процедурами удлинить. Так. То есть все равно любая инвазия – это всегда риск. А для тех людей, которые категорически не приемлют инвазии, уколы, это прекрасная альтернатива попробовать такую процедуру. А вот хочется спросить, здесь спрашивают, посоветуйте что-то от пигментации, но вот подойдет ли подобный препарат? Вот подобный препарат от пигментации не подойдет, но в ассортименте марки Тиана есть огромное количество продуктов от пигментации. И сыворотки, и бустеры, и кремы, то есть можно пойти на сайт Озона, посмотреть подходящую продукцию и подобрать. А вот пишут, с какого возраста можно начинать применение? Смотрите, мы сейчас в современной косметологии не смотрим на самом деле на возраст, потому что обращаем внимание прежде всего на состояние кожи. Потому что, ну, те же самые мимические морщинки, они могут появиться уже и в 25 лет, такие, ну, четко заложенные, а можно их не увидеть и в 45, и в 50. То есть прежде всего ориентируемся на состояние кожи. Сыворотки, которые содержат натуральные экстракты, гиалуроновую кислоту можно применять, ну, с молодого возраста, потому что они бывают увлажняющие, есть сыворотки, которые бывают и омолаживающие. Вот, то есть в зависимости от проблемы. Молодая кожа обычно нуждается в увлажнении, поэтому выбираем сыворотки увлажняющие и используем для ухода. Кого-то очень беспокоит, вот Полина, например, что ампула заполнена всего на 1/4. Это как-то умышленно сделано? Нет, это на самом деле все правильно. Здесь 2 мл, это в принципе самая маленькая ампула в таком формате, которую возможно применить. Но никак не страдает сыворотка, если она, например, по горлышко не заполнена. Потом они у нас по технологии закрываются под вакуумом, и это позволяет избежать и консервации, и никаких посторонних веществ сюда не попадает. Ну вот кто-то пишет, мне 28, то есть в принципе, если есть уже какие-то, да, мимические морщинки, конечно, можно уже применять. Безусловно. Так. Только вот смотрите, мы подбираем, конечно же, сыворотки, это является дополнительным концентрированным уходом по проблеме. То есть заходим, смотрим, что есть из ассортимента, что подходящее, выбираем для себя именно по проблеме сыворотку. Так. Хотелось бы мне сказать пару слов по применению. Я уже начала говорить, что да, мы открытую ампулку открыли, мы нанесли на пальчики, аккуратненько распределили по всему лицу, дали подвпитаться, она моментально практически впитывается, закрываем тем кремом, который у нас на данный момент в работе. Можно таким образом использовать. Можно использовать по-другому, брать порцию крема, капать туда сыворотку, смешивать, именно не наливать там во флакон с кремом или в баночку, а капать в порцию, смешивать и таким образом наносить на лицо. А вот, Гуль, это получается после очищения кожи, обязательно, да? А сыворотка, утром или вечером есть вообще принципиальная разница? Сыворотка используется 2 раза в день, утром и вечером. Так, очень удобно. Так, ну, собственно, вот сыворотка, смотрите, смело находите ее в перечне товаров, добавляете себе в корзинку. Ну, как по мне, просто масса достоинств сейчас у этой сыворотки. Смело можете заказывать и пользоваться, учитывая, что нет даже возрастных ограничений. Возрастных нет. Так, выбираем по проблеме. Да, кстати, вот пишут, от пигментации был какой-то лазер М22 на себе опробовано. Ну, то есть, я так понимаю, вот... А, это да, это есть такой продукт, но он здесь у нас не представлен, это как раз вот... продукт из серии бустеры, Expert Boost. Вот. Мы здесь будем представлять филинг без инъекции. Ну да, 3D-лазер от пигментации такого в ассортименте есть. Супер. Потому что вообще в Тиане ассортимент очень обширный, у нас больше 250 видов продукции. Угу. Ну, все мы не сможем, конечно, здесь представить, но вот некоторые представители здесь есть, и мы об этом обязательно поговорим. Так, ну что же, а нам нужно идти дальше, да, сейчас хорошо посмотрим, что у нас следующее. То есть вот здесь, кстати, очень удобно, что у вас есть вот подобные каталоги, где можно рассмотреть, да, перечень, в принципе, продукции. Что дальше будем представлять? Давайте поговорим вот об этом продукте. Это пудра-сыворотка. Продукт уникальный. Продукт, который не имеет мировых аналогов, он у нас призер, мы им очень гордимся, одной из крупнейших мировых выставок профессиональной косметики, это Космопроф в Гонконге последний. Что из себя продукт представляет? Это единственная пудра, которая состоит из
чистых экстрактов лекарственных растений. То есть здесь нет ни талька, здесь нет никаких минералов. Это такая технология, которую вот мы создали и сделали пудру, которая состоит из чистых-чистых экстрактов. Но я знаю, даже отзывы есть очень хорошие, причем у телеведущих, да, насчет этой пудры, что не блестит лицо, при этом не портится кожа. Вот смотрите, это почему пудра-сыворотка? Потому что помимо эффекта, который дают лекарственные растения, там очень много активных компонентов, она имеет совершенно фантастический декоративный эффект, потому что она матирует кожу экстремально, без сухости. То есть что мы делаем, да, мы можем нанести, закрыть макияж пудрой утром, сделав макияж, и можем забыть вообще про зеркало на целый день. Потому что настолько великолепно вот держит вот это все без блеска, не дает даже Т-зоне блестеть. И при этом нет никакого эффекта сухости, а даже будет вот увлажняться кожа за счет содержания экстрактов. Потом еще обратите внимание, это серия Vigenius. У нас серия, которая была создана для веганов, ну не только для веганов, а вообще для любителей натуральной косметики. Так. Вот здесь даже упаковка крафт, вы видите? Да, крафтовая, я ее даже открыла. Да, мы вот минимизировали вообще вот по возможности какие-либо искусственные компоненты. Да. Вот смотрите, как мы делаем. Мы открываем коробочку. Вот здесь у нас есть защита. Мы снимаем защиту. Это просто, кстати, это очень приятный аромат. Да, он пахнет экстрактами. Да, пахнет натуральными травками. Да, травками, правда. Потом, я думаю, натурально. Любой девочке понравится пудриться листочками и цветочками. Да. И у нее есть еще, знаете, мы ее в Тиане называем пыльцофей, эту пудру. Да? У нее такое, да, нежное название, да. Потому что мы любим ее очень сильно. Смотрите, как мы ее используем. Мы берем коробочку, да, и вот в крышечку мы ее насыпаем. Эту пудру. Она, видите, она у нас такая вот прозрачная, светлая, она не имеет никакого пигмента. Вот. Потом самое главное взять еще пушистую кисть, вот так набрать пушистой кистью пудру, отряхнуть и просто вот легкой-легкой вуалью закрыть лицо. Уже даже можно поверх же макияжа. Конечно, нанеся поверх макияжа. Да, вот все. Но это, так как это пудра-сыворотка, мы можем ее использовать как ночную пудру. То есть она будет работать как сухая сыворотка. Мы нанесли все уходы свои ночные. Да, что да. Это и закрыли пудрой все свои кремы любимые. И все ценные вещества экстрактов растений будут смешиваться и благоприятно воздействовать на кожу. Я в шоке. Я сейчас попрошу тебя поговорить, я пока оформлю о себе доставку, потому что действительно это очень здорово. Я впервые встречаю пудру, которую можно наносить вот после своего вечернего ухода, и при этом она еще оказывает воздействие. Кстати, вот знаешь, немножко вернемся назад, потому что кто-то вот спрашивал, да, по поводу противопоказаний, да, насчет вот этих ампул. Есть ли противопоказания какие-то? Смотрите, значит, так как лекарственные растительные, вообще растительные экстракты, они достаточно активные вещества и имеют абсолютно многокомпонентный состав. Мы рекомендуем предварительно, если человек знает, что он склонен к каким-то реакциям аллергическим, проверить на аллергию. Как мы это делаем? Во-первых, мы берем там небольшое количество сыворотки и наносим вот сюда вот на сгиб локтя на кожу. Реакция поступит через 2 часа, если есть какая-то непереносимость компонентов. Чтобы получить мгновенный эффект, да, вот я хочу прям сейчас нанести косметику, и все-таки, да, сомневаюсь, наносить мне или нет. Наносим вот здесь вот за ушком, у нас здесь очень тонкая кожа и много кровеносных сосудов. И, если есть непереносимость компонентов, то реакция будет моментальная. Просто нужно подобрать себе что-то другое. Очень, да, это все предельно ясно, потому что действительно, пока, как говорится, не попробуешь, ты вот не поймешь, да. Но что у нас вот дальше? Потому что пудра, конечно, меня тоже покорила. И приятная, правда, цена, минус 50% скидка. Но обратите внимание, пожалуйста, на цену, потому что, ну, найти косметику, тем более, если мы говорим о чем-то натуральном, на сегодняшний день цена сразу увеличивается, да. А здесь, как по мне, очень приятно. Вообще я даже приятно удивлена, потому что 295 рублей – это прекрасная цена. Так, что дальше получается? Давайте мы посмотрим теперь вот этот уникальный продукт, который называется бустер. Так. Я, ну, возможно, вы и не слышали никогда, что в косметологии бывают такие средства. Вот, вообще вот в таком концепте бустер, да, мы единственная марка, которая выпускает именно в таком концепте. И у нас 18 видов бустера. Вот. Что это такое бустер? Бустер – это дополнительный концентрированный уход за лицом.
Он мощнее, чем сыворотка, потому что помимо того, что он концентрирован, он еще усиливает действие всех кремов и сывороток, которые вы используете вместе с ним. Так. Потом посмотрите, какой интересный формат. Очень стильно, честно говоря. Потрясающий формат. Угу. Он что напоминает? Шприц такой. Да, он напоминает шприц. Причем для пирожных. Да, для пирожных. Да. Вот такой замечательный флакон. Посмотрите, да, вот здесь у нас это волшебное средство бустер. Еще хочу обратить внимание, если, я расскажу сейчас по применению, но если вдруг кто-то забудет, вот здесь вот на внутренней стороне упаковки есть схема применения. Это на всякий случай я показываю, если люди... Это, кстати, очень важно, потому очень что удобно. Часто мы неправильно используем. Мы не очистив кожу, уже наносим все крема, там свои, все, вот, все кремы, мази, все. Смотрите, значит, это флакон. Это флакон, который имеет вот такую вот замечательную здесь вот заглушечку. Видите, резиновую. Мы его открываем предварительно. Вот, поворачиваем, вот здесь у нас тоже есть защита, мы поворачиваем, и достаточно всего одного нажатия, чтобы получить то количество вещества, которое нам нужно будет нанести, потому что, еще раз повторюсь, оно очень высококонцентрировано, его нужно совсем немножко. Так. Как мы применяем бустеры? Ну, они достаточно универсальны в применении, потому что бустер можно использовать моно. То есть нанести один бустер, и если будет достаточно текстуры, то нанести сверху макияж. Вот. То есть это как основа может быть, да, абсолютно, под макияж получается? Да. Можно использовать по-другому. Можно брать, например, да, ампульную сыворотку. Сейчас подам. Да, вот какую-нибудь любую ампульную сыворотку. Она, да. Наносить сначала бустер. Вернее, сначала, простите, сначала ампульную сыворотку, закрывать это бустером. Но самые эффективные программы ухода с бустером – это трехступенчатые программы, когда мы берем сыворотку, потом бустер, потом крем. Во-первых, смотрите, получается, что сыворотка – концентрированный уход, она отработает, бустер – концентрированный уход еще сильнее отработает, плюс усилит действие сыворотки, и тот крем, который мы сверху нанесем, свой любимый, бустер усиливает и его действие. Угу. То есть получается просто вот такой вау-эффект, потому что, используя бустеры в уходе, можно получить эффекты, сравнимые с инъекционной косметологией, сравнимые с аппаратной косметологией, потому что те ингредиенты, которые мы сюда заложили в эти формулы, да, они и так работают, они имеют четко доказанное действие, они имеют клинические испытания. Вот, например, давайте пару слов расскажу про бустер, который мы сегодня здесь представляем. Он называется филинг без инъекций. То есть про филлеры, наверное, все слышали, да, вот это идет заполнение морщин, заполнение полостей, да, с помощью инвазии. Угу. Что делает этот бустер? Он заполняет морщины деликатным физиологическим способом, физиологичным, с помощью того, что он увеличивает вот в этих дефицитных зонах адипоциты, клетки жировые. Угу. У нас просто с возрастом идет их деградация. Из-за этого появляются провалы, из-за этого появляются носогубные складки. И вот компоненты, содержащиеся в этом бустере, этот процесс вспять оборачивают. То есть в этих дефицитных зонах у нас начинают образовываться нужные нам жировые клеточки, которые как раз вот наполняются и выглаживают наши морщины. Просто сейчас быстренько уточню, бустер-крем, да, вот здесь имеет в виду, просто, наверное, кто только присоединился, или это сыворотка, смотри, правильно? Это... дополнительный уход концентрированный, он ну, наподобие как бы сыворотки, но сыворотка не имеет эффекта усиления, скажем, других косметических уходов. А бустер, он не только концентрированный уход, он еще усилитель всех тех средств косметических, которые вы вместе с ним используете. А спрашивают, а помогает ли он при глубоких морщинах? Есть бустеры у нас в ассортименте, которые при глубоких морщинах помогают, потому что это, есть ауроструктуризатор, там немножко другие компоненты. Вот этот очень хорошо работает на носогубные складки. И, кстати, его можно использовать даже зонально. То есть, если нет проблем никаких с морщинами, но начинают закладываться именно вот носогубные складки, то мы берем бустер и используем зонально, и все. Так, но при этом я еще хочу сказать, что... очень приятный аромат. И они моментально впитываются. Да. То есть такие вот текстуры, которые не плотные, не тяжелые, впитываются моментально. И вот в трехступенчатых системах, да, ведут себя очень гармонично. Ну да, при этом я сюда же изначально тоже наносила как раз-таки вот сыворотку, а потом нанесла бустер. И посмотрите, честно сказать, вот даже какая-то такая гладкость присутствует, как вот когда нанесешь какое-то вот тональное уже средство, кожа такая ровненькая.
работает, да, становится. А если мы еще подбавим пудру, то есть вы пудрочку можно поверх, да? То вы поймете, что вообще будет еще более гладкая. Супер. И видите, она прям заматировала моментально, да. Ничего не блестит, несмотря на то, что мы бустер нанесли практически сразу. Очень здорово. Так, ну а что же у нас дальше? Давайте посмотрим. Получается, мы поговорили про сыворотку, мы поговорили про бустер, поговорили про пудру. Все это между собой хорошо сочетается. Вы задавайте вопросы, если сейчас появляются по тому или иному продукту, а также задавайте вопросы по применению. Ну а мы идем дальше. Что дальше? Давайте вот поговорим вот про этот замечательный продукт, который называется лифтинг-тейпы. Угу. Ну, сейчас на самом деле многие слышали про эту технологию, она становится все более популярной, она пришла из спорта. Это тейпирование для лица. Угу. Вот. Причем тейпы, которые адаптированы под домашний уход, и каждая девушка, женщина, которая хочет попробовать это, может попробовать это самостоятельно без специалиста. Угу. Потому что мы эту технологию адаптировали именно для того, чтобы каждая женщина попробовала это дома. Чтобы ей не пришлось ехать в салон, не пришлось искать специалиста, не пришлось там обучаться этому, там правильно вырезать и так далее. Да, мы сделали уже вот готовый комплект тейпов, которые наносятся на интуитивно понятные зоны, то есть человек себе навредить межбровка, никак не может. Носогубка, да. Межбровка, носогубка, гусиные лапки, так, это, ну, в кавычках, популярные зоны образования морщин. Вот смотрите, что внутри, показываю. Вот в одной коробочке это курс на одну неделю применения. Здесь у нас листики, вот смотрите, 7 листиков на каждые 7 дней в неделю, которые содержат в себе уже готовые вырезанные тейпы. Вам нужно просто взять один листик. А можно как-то продемонстрировать этот момент? Конечно. Потому что вот страшнее всего, наоборот, растянуть себе еще больше кожу. Сейчас я все расскажу и научу. Я просто хотела обратить ваше внимание, что, во-первых, тейпы, которые производятся для лица, они имеют определенную текстуру, которая максимально приближена к коже. Они перфорированы, то есть каждый тейп отлично перфорирован, он дышит. И тейп имеет гипоаллергенный слой клейки. Значит, наносим тейпы прежде всего на очищенное лицо, очищаем личико, крем мы не наносим, потому что они не будут тогда держаться. Единственное, что можно нанести под тейп, это вот такие ампульные сыворотки, которые на основе гиалуроновой кислоты, без каких-либо липидных жирных компонентов, это вы можете нанести. Теперь смотрите, самое главное правило. Ну, я, может быть, немножко к зеркалу подойду, потому что без зеркала очень сложно будет. Да, я буду подсматривать так. Да. Смотрите, самое главное, когда ты наносишь тейп, это делать без фанатизма, да, то есть кожу не растягивать сильно. Мы берем аккуратненько, вот, например, да, вот давайте начну с гусиных лапок. Вот, что мы делаем? Мы берем, ну, очищаем предварительно кожу, берем тейп. Вот. Чтобы нанести правильно тейп, мы перед зеркалом, обязательно нужно сесть перед зеркалом, чтобы не ошибиться, и растягиваем кожу, вернее, разглаживаем вот эти морщинки аккуратно. Нужно буквально там 2 мм действия. Вы когда будете это делать, вы увидите, чтобы разгладить на гусиные лапки, сильно натягивать кожу не нужно. Вот, чуть-чуть их развели и чуть-чуть, если есть птоз верхнего века, немножко приподняли века, чуть-чуть. И зафиксировали это вот так тейпом, да, аккуратненько зафиксировали. Вот если вы тейп нанесли правильно, он вам абсолютно никакого дискомфорта не доставляет. Вот, вы его не чувствуете, вы спокойно ложитесь с ним спать, а лучше всего их наносить на ночь. И прекрасно утром потом снимаете. Смотрите, что делать с большим тейпом? Вот этот большой тейп, это как раз тейп, который предназначен для морщины гордеца. Это межбровка, которая? Да, это межбровная морщина. Мы его наносим на межбровную морщину. Точно так же, да, вот увидели свою, вот у кого есть такая вот морщина межбровная, да, тоже. Угу. Вот нажали аккуратненько, да, мышца в тонусе, развели. И прямо аккуратно вот так вот большим тейпом это фиксируем. Все зафиксировали и легли с этим делом спать. Ну, носогубные складки по тому же принципу не буду показывать. Есть один такой вот лайфхак. У кого-то межбровная морщина закладывается, у кого-то нет. У кого-то закладываются вот такие горизонтальные морщины. Что можно сделать с этим большим тейпом? Можно его вот так пополам повернуть
развести горизонтальные морщины и вот так его нанести. Ну горизонтально, вертикально. Вот. В общем, вот так это наносится, как мы снимаем тейпы. Угу. Утром мочим ручки в воде и мокрыми ручками вот так снизу вверх мы тейпики снимаем. То есть вот. Нету такого, что раз, и там травмированная нет. кожа, да? Нет, нет, такого нет. Они, вот видите, по эластичности вы можете даже попробовать. Кстати, они да, вот максимально поближе, да, приближены да, к эластичности кожи, и они все дышат, они все перфорированы. Вот. Ну, и да. тянутся, кстати, тейпы в одну сторону, только это вот ага, специальная только технология. Это но это очень потом, здорово. Да, вот смотрите, как раз вот в одной коробочке у нас получается курс на 7 дней. Угу. Вот. На, тейпы можно носить от 2 часов до нескольких суток, если это позволяет вам время. Спрашивают еще, они не оторвутся во время сна? Нет, они очень хваткие. Вот угу. я даже, вот смотрите, на макияж нанесла, и то я его прям вот сухими руками прям... Вот снимаю, прям они прям хваткие. С ними можно купаться. Если вы угу. носите тейп несколько суток, вы можете купаться. И давайте по поводу курсов, да? Вот тейпы лучше всего делать от недели до 21 дня. 21 день это максимальный курс. Это время, за которое у нас складывается физиологическая привычка. Каждый день делаем, получается. На ночь. На ночь. Да, угу. да. Поэтому, если вы правильно нанесли тейп, если вы не перетянули кожу, потому что некоторые стараются прям сильно ну вытянуть, да, хочется не сразу нужно. Же веки поднять не, себе все. Они поднимутся, поверьте, они поднимутся, но для этого не нужно перетягивать кожу. Кто-то пишет, если беспокойно спать, то могут отклеиться, а потом ему отвечают, можно на суперклей намазать, в случае чего. Нет, они на самом деле очень хваткие, они не отклеятся. Не отклеятся, да? Ну вот 21 день в самый раз для того, чтобы не колоть, да, получается, никакие инъекции, а... Вот таким натуральным способом молодец. Да, что, кстати, абсолютно безопасный способ, работает на системе мышечно-клеточной памяти, это наша физиология, никто не отменял. Угу. Вы получите другие мимические привычки за это время, ваш лоб забудет морщиться, скажем так. Отвыкнет, но, соответственно, да, соответственно, морщина разгладится, и очень хорошо еще работает на гравитационный птоз, то есть можно подтянуть там верхнее веко, вот, избавиться от гипертонуса опять, вот у кого есть гипертонус, у кого есть отеки, вот тейпы тоже очень хорошо помогают. Просят все розыгрыши, просят все разыграть и подарите, уже понравилось, но и все очень благодарны на самом деле за скидки, потому что они действительно хорошие, порядка, получается, 50%. Да, получается, упаковка же на 7 дней рассчитана. Да, упаковка рассчитана на 7 дней. То есть нужно 3 упаковки, если на пройти максимальный да, на максимальный курс. Курс. Да. да, так, а что дальше получается у нас? Ой, Гуль, сколько всего, надо все успеть, да? Да, сейчас все успеем. Давайте мы посмотрим с вами вот этот тоже уникальный крем, покажу. Это угу. бетулиновый крем. Так. Это крем для решения таких сложных проблем, как акне угу. для кожи. Вот. Причем эта проблема достаточно частая. И она из молодого возраста начала перетекать постепенно в более такие взрослые слои. То есть сейчас совершенно свободно можно увидеть женщину, которая уже далеко за 30, но она, к сожалению, вот имеет проблемную кожу и не может избавиться от этих проблем. И вот сразу вопрос для наших телезрителей и зрителей всех. В принципе, а что такое акне? Многие просто живут с этой проблемой, это и они не знают о ней. Это воспаление на лице, это прыщички различные, угу. причем они бывают разной интенсивности. Бывают очень сложные, тяжелые, бывают легкие высыпания. Что здесь внутри содержится? Здесь содержится одно из лучших природных средств, природных компонентов для решения этой проблемы, это бетулин. Угу. Это натуральный компонент, это экстракт бересты. Вот. Прекрасно избавляет от этой проблемы. Причем этот крем, он может быть использован достаточно долго, то есть для постоянного ухода. Используем его утром и вечером, используем для любого возраста, от молодых до самых взрослых. И здесь еще, знаете, чем уникален? Вот косметика, которая предназначена именно вот для решения таких проблем, она грешит тем, что она сильно пересушивает вот кожу жирную, склонную к жирности. Угу. Здесь в этом креме два волшебных действия. Это избавление от воспаления акне, плюс еще увлажнение, отличное увлажнение. Ну, сразу комплименты, потому что не первый комплимент пишет, эксперт супер, спасибо огромное, эксперт супер, тут много таких комментариев. Спасибо. А дальше пишет, что производство Россия, мы за
за российского производителя. И потом уже вопросы по такой ближе теме крема. Да, этот крем подойдет только для проблемной кожи? Или же все-таки для поддержания, для чего-то такого? Если кожа жирная, склонная к воспалениям, комбинированная, то подойдет, конечно же. Для сухой кожи, ну, эти компоненты в принципе не актуальны. Для сухой кожи мы можем предложить другие продукты. Но идеальный уход за капризной кожей с воспалениями, с акне, это будет просто идеально. Потому что на самом деле очень сложно найти хороший крем для, даже для жирной кожи. Чтобы он увлажнял, чтобы он не сушил. Потому что самое главное, кожу с такой проблемой не пересушивать. Потому что она будет защищаться этим себом и будет еще больше его вырабатывать. То есть начинается, знаете, проблема за проблемой. Себа вырабатывается много, бактерии начинают размножаться активно, акне у нас появляется, то есть одно за одним идет. И вот тут такой вопрос, а поры он чистит или он не имеет никакого к этому отношения? Он, смотрите, чтобы чистить поры, нам, конечно же, нужны пилинги прежде всего. Но он будет сужать поры, он будет снимать воспаление. В этой линейке есть еще пилинг, то есть можно подвести к уходу еще и пилинг раз в неделю. То есть линейка, на самом, вот Skin to Kill, вот, который крем я здесь представляю, она полностью комплексный уход содержит для проблемной кожи. Там есть пилинг, там есть вот этот крем бетулиновый и есть паста антиакне. То есть, в принципе, если взять полный такой комплекс, конечно, тоже его пройти, да, каким-то циклом, то можно оздоровить хорошенько. Безусловно. Свою кожу. Тем более здесь натуральные абсолютно компоненты. И я вижу, что тоже все равно очень приемлемая цена, да, и в принципе сегодня в перечне товаров вы видите сразу 10 позиций. Вы можете выбрать, ну, мне кажется, вот все, что мы сейчас перечислили, в принципе, смело можно выбрать, потому что, ну, это правда достаточно все качественно и подходит практически всем, ну и, собственно, оформить заказ. Так, что же дальше нас ждет? Давайте поговорим вот об этом продукте. Здесь очень интересные технологии. Во-первых, этот продукт у нас в линейке Acclux, это молекулярные микрофлюиды. Почему молекулярные микрофлюиды? Потому что этот продукт содержит молекулярные пленки, дышащие, толщиной в одну молекулу. И вот эти молекулярные пленки закрывают все ингредиенты, которые мы сюда в этот крем поместили, как замочком. И эти ингредиенты постепенно входят в течение дня в кожу. И мы получаем эффект, как будто вот вы в салонной маске ходите в течение дня. При этом кожа хорошо, кожа дышит. И вы получаете просто сверх... такие вот эффективные продукты, потому что вот в частности хайлифтинг – это альтернатива нитевой подтяжке лица, потому что она содержит пептиды, целый комплекс, которые будут работать на выработку белков именно межклеточного матрикса, то есть делать вот этот каркас нашей кожи плотным и сильным. Плюс еще компоненты, которые… Он с крышечкой? Да, я сейчас достану. Да, то есть еще компоненты, которые будут способствовать выработке коллагена первого, третьего и четвертого типов. То есть это тот коллаген, который делает нашу кожу молодой. По текстуре они очень неплотные, приятные, кстати, да, да, они очень приятные, они прекрасно увлажняют, они моментально впитываются. Плюс к тому, это еще универсал. То есть мы берем одно средство и используем его утром и вечером, и под глаза в том числе. Причем его можно использовать как моно, можно включать в программу ухода. То есть брать ту же самую сыворотку ампульную, вот, сверху закрывать каким-либо бустером, который вы выберете себе для решения проблемы. И третьим слоем наносить вот такой микрофлюид. А здесь по возрасту есть ограничения? Но это лифтинг. Мы используем лифтинг, когда мы начинаем наблюдать первые признаки уже вот гравитационного птоза, то есть опущения лица. Но на самом деле, если молодая девушка захочет использовать такой продукт, никаких проблем не будет, потому что, ну да, она профилактирует где-то это состояние, плюс наши клетки, они умные, они не возьмут себе лишнего, возьмут только то, что клетке необходимо. Так, а вот здесь как раз насчет прошлого крема, предыдущего, да, подойдет ли, если высыпание и сухость кожи? Ну, конечно, идеально подойдет, да? Идеально. Вот он создан именно так, чтобы предотвращать высыпание
и очень хорошо увлажнять кожу. То есть прямо вот четко на две проблемы. Понятно. Так, получается, вот это идет как вот просто, я еще прочла, что здесь, да, это косметическая альтернатива нитевой подтяжки лица. Но это же просто, да, укрепление каркаса кожи, моделирование овала лица, да, борьба с гравитационным тозом. Да. А что вот это значит такое? Это когда у нас начинают опускаться вот веки, щечки, у нас начинает лицо с возрастом из-за того, что ослабляется у нас вот каркас, потихонечку за счет гравитации спускаться вниз. А вот тут еще, ну, кто-то не знаком, да, с брендом, спрашивает про страну производителя, сейчас повторим, и где находится производство, и есть ли у этого бренда все необходимые сертификаты на качество? Безусловно, все сертификаты есть на всю продукцию, потому что это обязательная процедура. Мы продавать без сертификации, конечно же, не можем, и ни один продавец и дистрибьютор у нас это не купит. Вот. Это российский бренд, этим мы очень сильно гордимся. Производство у нас здесь, в Подмосковье. Очень хорошо, да. Создан бренд провизором, кандидатом фармнаук, очень талантливым человеком, который пишет фантастические формулы. Складывает ингредиенты очень правильно, по-умному, потому что провизор – это прежде всего химик, и нужно, чтобы все компоненты, которые содержатся в креме, они не просто, знаете, вот в кучу накидали, всего перемешали, нате вам крем. Нет, их нужно сложить правильно, чтобы они все не противоречили друг другу, чтобы они работали по принципам синергизма, каждый друг друга усиливал, и в итоге мы получаем великолепный продукт, который работает. Шикарно. Плюс еще хотела пару слов сказать про содержимое косметики Тиана. Все компоненты, которые мы используем, они в основном высокотехнологичные. Угу. Что-то сделано на основе растений, да, что-то из пепсидов. Угу. Они все имеют доказанное действие абсолютно. Они имеют клинические испытания, и мы создаем вот на основе таких интересных инновационных компонентов свою косметику, которая, да, является, например, альтернативой абсолютной нитевой подтяжки лица. И вот просят еще раз состав, я так понимаю, данного средства, да, можем еще раз проговорить? Конечно. Угу. Вот это средство содержит две молекулярные пленки толщиной в одну молекулу, которые дышащие и создают эффект окклюзии, закрытия, плюс ряд пептидов, которые решают как раз проблему гравитационного старения, то есть укрепление каркаса лица, выработки нужных коллагенов, эластинов, то есть это все в комплексе работает именно настолько ярко, что мы получаем вот эффект прям вот четкой подтяжки лица. Да, ну вот даже пробуйте. Вот уже попробовать и убедиться. Правильно, потому что Наталья вот уже заказала абсолютно все, да, нас даже смотрят мужчины, я вот уже видела, что где-то здесь был Николай, тоже задавал вопросы, подходит ли. Кстати, это линейка мужчинам и женщинам. Косметика абсолютно подходит и мужчинам, и женщинам, поэтому призываю мужчин пробовать. Отдушки здесь где-то они вообще отсутствуют, где-то они настолько неяркие, потому что ну, мужская косметика в основном отличается именно мужской отдушкой. Но здесь очень приятный, вот такой аромат крема, ну вот приятный, легкий. Мягкий крем, да, но она очень быстро испарится и не будет вообще как бы никакого аромата. Потому что, ну, отдушка нужна, безусловно, чтобы некоторые, например, активные компоненты, они имеют абсолютно неприятные ароматы, поэтому, ну, они очень полезны при этом, чтобы снивелировать, да, вот и это скрыть, и чтобы человеку было приятно это наносить. Конечно, отдушки мы используем. Вы знаете, тут еще как раз таки к бренду вопросы. Вот, Гуль, смотри, так получится. А есть ли крем от морщин 30-35 лет? Или какой-то вот из этих можно посоветовать? Вот из этих, конечно, можно посоветовать. Прежде всего, это который мы здесь смотрим, хайлайтинг. Это бустер филинг без инъекций. Так, вот, вот это все мне тоже надо запоминать. Можно это все мне использовать. Тоже 30, так. Это косметика, которая будет омолаживать. Вот, все, что мы вот это показали. И, конечно же, очень рекомендую попробовать ампульную косметику Тиана, потому что вы влюбитесь в нее сразу. Вы поймете, насколько здесь сочетание качества и цены и великолепного действия. Так, а вот тут еще спрашивают, а есть ли крем против темных кругов под глазами? Конечно, есть.
Так, и где он? Да, прячется? Вот здесь мы его не представим, но есть у нас и сыворотки, и кремы, именно направленные на решение вот таких косметических проблем. Если брать вообще бренд Тиана и то разнообразие продукции, которую мы выпускаем, мы своей продукцией закрываем абсолютно любую косметическую проблему. То есть начиная от обычного увлажнения, заканчивая такими серьезными проблемами, как птоз, как пигментация, как несовершенство различные, там расширенные поры, сосуды, там, купероз. Очень большой ассортимент, но здесь мы малую толику показываем. На самом деле любая косметическая проблема может быть решена с помощью косметики, которую выпускает бренд Тиана. Супер, вот. Так, а что у нас получается дальше? Сейчас я вижу, здесь еще есть какие-то и пилинги, да? О, давайте, да, вот мы тут представим вам пилинг, это ферментный пилинг. Угу. Он содержит сок папайи, экстракт ананаса, это энзимы, которые будут очень нежно, аккуратно, но при этом эффективно избавлять от роговевших частичек. Угу. Причем он настолько эффективный, что прекрасно подходит для жирной кожи, для проблемной, которая вот пострадала от акне, остались вот постакне эти рубцы. То есть вот от рубцов он тоже работает, но при этом как омолаживающий продукт он тоже великолепен. Используется очень просто. Вот здесь вот такие сашеточки. Вот, насыпаем, разбавляем водичкой и наносим как маску. Сидим время экспликации, это 15-20 минут, смываем и получаем идеально ровную, красивую кожу. И еще здесь есть одна такая фишка в этом пилинге. Здесь есть такое вещество, как миоксинол. Это ботулоподобное вещество, которое работает подобно ботоксу. То есть вы еще и получите работу над мимической морщиной. Супер. Но просто я когда впервые, да, когда знакомилась с данным брендом, я думала, там маска какая-то, да, а здесь нужно что-то растворять. Да, получается. Здесь порошочек, который можно высыпать, ну, в какую-нибудь посуду, которую обычно каждая женщина имеет для масок, и разбавить водичкой и нанести это в виде маски. Развести до густой сметанки и нанести на лицо. Так, а вот тут еще был предыдущий вопрос. А вот ампулы подойдут для 28 лет? Конечно. Конечно, да, видите, здесь нет возрастных сейчас каких-то. Есть ампул больше 50 видов в Тиане. И посмотрите на сайте на Озоне, какие ампулы представлены. Можно найти от просто обычного, но очень эффективного увлажнения до решений серьезных возрастных. То есть работаем над морщиной, над мимической, над уже возрастной. Питательные, пептидные, какие угодно. У нас огромное количество сывороток абсолютно на все проблемы. Избавляющие от пигментов, от несовершенств. Просто каждый должен найти вот своего фаворита и своего любимчика. А вот как раз еще Андрей присоединился. А мужчинам можно пользоваться, спрашивает? Безусловно. Безусловно, даже нужно. Абсолютно любой продукции мужчина может воспользоваться. Здесь нет никаких ограничений, ни гендерных, ни возрастных. Абсолютно. И вот Елена как раз спрашивает, а что посоветуете тем, кому за 60? У нас есть тоже ряд таких продуктов и в бустерах. Это бустер, тот же самый реструктуризатор. Это anti-age ампулы, у нас целая серия 5 минут. То есть всегда можно найти в ассортименте то, что подойдет и таким уже солидным дамам за 60+. Тут еще спрашивают, а пилинг для чувствительной кожи подойдет? Ну, вообще энзимы, они для чувствительной кожи хороши. Чувствительная кожа не любит кислоты, она не любит именно какие-то вот абразивные пилинги. А энзимные очень даже предпочитают, потому что это достаточно такой мягкий, безопасный способ. Есть в ассортименте еще и ферментные пилинги, которые работают на протеолитических ферментах. Это вообще самые безопасные. Вот. И вот здесь, знаешь, вопрос, Гуль, был, подойдет ли пудра для очень светлой кожи? Она не имеет никакого пигмента в себе. Угу. Она абсолютно прозрачна и подойдет даже для самой-самой светлой, прям белоснежной кожи. Да, вот посмотрите, светлейшая, просто она не имеет пигмента, она полностью растворяется. Но при этом посмотрите, какой эффект матирования даже вот на сразу пальчиках. Да, хотя казалось бы, да, здесь как бы, ну, достаточно сложная кожа. Я прям сюда чувствую, как вот благоухает травкой. Очень приятно, да.
Так, получается, так, все, ну что ж, мы можем идти дальше. Сейчас пока успевайте задавать еще вопросы, потому что до конца трансляции буквально 15 минут. Нужно поторопиться, если есть какие-то насущные вопросы, которые вас беспокоят. Гуля, как эксперт, как представитель бренда и как человек, который не первый год вообще знаком с косметологией, сразу же вам все расскажет. Так, а что вот это за красивая коробочка? Ну вот это еще одни из ампул. Представляем для вас, это наша новая достаточно серия, называется суперпептиды. Угу. Это ампулы, которые содержат исключительно пептиды и гиалуроновую кислоту. Причем пептиды самые новейшие, самые интересные. Вот. Причем в серии есть пептиды, которые уже работают на уровне эпигенетики. То есть это такие вот самые последние научные разработки, это самое вот острие пик науки. И вот я принесла сюда показать вам очень интересный продукт. Это называется сыворотка «Кристальная кожа», угу, которая способна подарить коже эффект хайлайтера без хайлайтера. Вау, то вот есть, это ну, да. Все мы знаем, девочки, да, что современная косметология, современная косметика, хайлайтеры, мы подсвечиваем, да, те места, которые нужно подсветить, делают кожу более свежей и красивой. А вот эта сыворотка, она имеет в составе уникальный пептид, который будет стимулировать выработку особого такого белка шаперона, который будет нашу клетку избавлять от продуктов жизнедеятельности, да, угу, от денатурированных белков, да, и да, прочее. Да. То есть что с клеткой происходит? Она становится чистой, она становится прозрачной, она по-другому преломляет цвет. И когда мы вообще абсолютно даже без макияжа, наша кожа так светится изнутри, как будто мы обработаны хайлайтером. Угу, то есть то она есть сама как будто вырабатывает хайлайтер. Получаем, да, мы получаем вот этот эффект кристальной, чистой, светящейся кожи. Причем без всяких глиттеров, без всяких блесток, которые не всегда полезны, да, и будут, угу, на некоторых негативно влиять. Мы получаем здоровую, светящуюся, такую вот стеклянную прям кожу, вот как любят вот азиаты. Да, да, это очень здорово. Crystal Skin. Да. Да. Кстати, я повторюсь, да, это российский производитель. Вот есть еще вопрос. И вот тоже следующий вопрос задает Светлана. Для жирной кожи подойдет кристальная сыворотка? Да, конечно. Да? Она абсолютно для любого типа кожи подойдет. То есть вот это такая универсальная модель, да, получается. Да, да. Слушайте, ну это очень здорово. Успевайте только заказывать, потому что действительно сейчас очень приятные цены. Скидки более 50%. Все это вы можете рассмотреть детальнее, да, в приложении как раз-таки. И потом добавив себе в корзину и оформив заказ. Ну, конечно, по такой цене можно все это и попробовать. Но вот на находясь здесь рядом, я понимаю, насколько все это качественно. Я вот признаюсь честно, Гуль, обычно, когда мы видим такую цену, мы можем переживать, да, ну там, а на самом деле качественно. Но вот находясь сейчас в студии, я даже глядя на то, насколько качественно выполнена упаковка, насколько качественно все это сделано, насколько моментально я вижу эффект, и при этом я не слышу вот этих химических отдушек, я аллергик. И если бы мы наносили что-то действительно едкое и, ну, вредное, у меня бы сразу была как крапивница такая мелкая. Но я вижу, что это действительно очень приятный имеет эффект, кожа себя чувствует хорошо, и просто я в восторге. И еще вот сразу вопрос, есть какие-то капли в линейке, эффект которых через 2 часа? Расскажите про них, вот что-то есть у вас магическое, да? Есть у нас одна линейка, которая называется Toxi, и она содержит один из уникальных абсолютно компонентов бутылоподобных, который работает подобно ботоксу. Это канатоксин морской конической улитки или ракушки, мне нравится больше называть, потому что, угу, не путайте с муцином, он никакого отношения к муцину не имеет. Это канатоксин, угу, он работает как ботокс. Причем в ряду там ботулоподобных веществ на косметическом рынке он уникален тем, что он работает и сразу, и накопительно. То есть, угу, мы, нанеся вот эту продукцию, у нас там есть капли, крем, мы можем увидеть эффект уже через 2 часа, который никуда не девается, он будет накапливаться, и каждый раз кожа будет лучше и лучше выглядеть. А вот этот продукт, вот вы заговорили про аллергию, да, я хотела вам его еще раз показать. Это очищающий флюид, который подходит даже для самой чувствительной, капризной кожи. Угу. Это средство очищения без воды. Потому так, что а как же его применять, получается? Сейчас расскажу. Вы знаете, вот есть, как говорят, да, женщина-кошки и женщина-рыбки. Да. Те, которые любят умываться водичкой, и те, которые воду вообще не используют. Угу. Полностью. В принципе, да. Ну да. Потому что у кожи чувствительной может быть реакция даже на, ну, на банальную воду. Да. Поэтому мы создали продукт, это называется очищение без воды. Линейка Tiana Sensitive, создана даже для самой чувствительной капризной кожи, потому что содержит вещества,
активные компоненты, которые снижают чувствительность через 5 минут. То есть, если вы имеете зуд какой-то, покраснение, у вас все это дело чешется, нанеся средства из этой линейки, вы гарантированно получаете снижение чувствительности через 5 минут, потому что, ну, продукт с доказанным действием, компонент. Вот это средство, которое поможет вам очистить кожу. Просто наносите его на макияж, да, вот, на загрязненную кожу, массирующими движениями, потом берете спонжики и все вот это вот снимается. А можно немного посмотреть консистенцию именно, да, что представляет, да, то ли это пенка, что ли это какой-то крем. Это нежнейшие сливки, нежнейший флюид, вот так он выглядит, попробуйте. Так, а ну-ка. Прям. Причем, если вы послушаете аромат, то вы почувствуете натуральную ваниль. Нежнейшую натуральную ваниль. Слушайте, да. Ой, мне так жалко, что у нас остается всего лишь 10 минут до конца онлайн-трансляции, потому что, правда, вот я чувствую себя как будто дегустатором. Это настолько приятная... Я приятно удивлена, я честно вам скажу, потому что это российский производитель. Очень хорошие цены. И не только в данный момент со скидкой, а в принципе, в целом, как за косметику с таким действием. Ну, могу по этому поводу сказать следующее, что вот такой уровень цен, который представлен вот именно в косметике Тиана, это политика бренда. Угу. Вот, потому что наш... основатель, создатель вот этого всего, мы его называем Папа Тианы, хочет, чтобы наши женщины российские имели достойный уход за, ну, адекватные деньги, чтобы они могли позволить себе разнообразную уходовую косметику, чтобы они могли гулять по бренду, чтобы не платили, скажем так, за имя. Угу. Вот, поэтому, ну, это честная цена за вот косметику такого качества и уровня. Оля, это прекрасно. Мы этим гордимся, сами фанаты нашей марки. Мне кажется, это очень здорово. Я не знаю, мужчина или женщина, основатель вашего бренда, но мужчина. Это двойное уважение. Просто вот честно, спасибо, что позаботились о женщинах, потому что я думаю, что сегодня, после сегодняшней трансляции, многие женщины станут еще счастливее, приобретя данную косметику Тиана. Так, но у нас, я знаю, еще не все, да? Да. Так. У нас есть еще вот такой вот, очень, кстати, даже нужный сейчас в это время праздничный подарочный набор косметики Тиана. Содержит 3 продукта, абсолютно универсальных, которые подойдут и мужчинам, и женщинам. Причем это лимитированный выпуск, поэтому постарайтесь успеть приобрести в такой замечательной праздничной коробочке. Сейчас покажу, что внутри содержится и для чего предназначена здесь косметика. Это прям еще хороший подарок, ну, мне кажется, конечно, так, да, на Новый год. Тем более сейчас это очень актуально. Да. Вот это полная комплексная программа ухода, причем универсальная. Что содержит? Смотрите, содержит очищение. Это пенка. Пенка, содержащая очень много увлажняющих компонентов, плюс еще и мицеллы. То есть она мицеллярная, очищает очень-очень качественно. Причем если, например, женщина, да, использует косметику неводостойкую, то, пожалуйста, смывайте глазки спокойно. Вот здесь содержится такой вот пенообразователь. Что мы делаем? Как мы ее используем? Мы просто переворачиваем бутылочку, на нее нажимаем и получаем вот такую нежнейшую, мягкую пеночку, которой мы вот смываем косметику. Очень аромата. Здорово. Она с каким-то вот так раз нажали, когда... Да, просто вот так нажали и все, и выдавили, закрыли. То Шикарно. Есть не нужно ни трясти, ничего не нужно делать. Получаем вот прямо вот нежнейшую. У нас, кстати, здесь салфетки, мы можем ее просто попробовать. Она ничем не пахнет, она содержит кучу увлажняющих компонентов. Вот. Сейчас нам дадут салфеточку. Вот я уже нашла. Да, все замечательно. Вот, потому что, ну, пенку Слушайте, мы не будем по рукам размазывать. Но это очень здорово. И мне кажется, получается, сейчас 1125 рублей стоит, ну, как подарок, так это вообще супер. Вот такой презент, представляете, открываешь. Главное, мне нравится, что это, не знаете, сейчас часто производители просто в коробку вот так вот кинули, запаковали все здесь, все в своей нише, все очень аккуратно и стильно. При этом перечень товаров так вот, даже дешевле цена сейчас, 750 рублей. Слушайте, пожалуйста, оформите за меня тоже этот заказ, потому что действительно это очень выгодное предложение. Сейчас одну секунду я буквально покажу все цены, да, вот
Посмотрите, если у вас не обновленная сейчас версия на телефоне, обновите. Здесь вы видите действительно реальные цены со всем снижением. Так, ну что еще входит в комплект? Сюда входит омолаживающий крем мультиламеллярный. Удивительные основы. Почему называется мультиламеллярный крем? Это особые эмульсии, которые имеют особую такую вот структуру. Не классическая эмульсия капли воды в масле или капли масла в воде, а эмульсия будет такая, как лазанья в пластах. Для чего это нужно? Это технология крем без крема, так называемая. То есть мы наносим крем, он моментально впитывается, потому что та липидная часть крема, которая сюда заложена, она сродни липидам нашей кожи. Кожа не воспринимает это как чужеродное вещество, и моментально все проходит. Плюс для чего это нужно? Чтобы биодоступность всех компонентов, которые мы сюда заложили, повысить, чтобы все проникло туда, куда нужно. В чем еще вот особенность вот этих продуктов? В том, что они в своем составе имеют один уникальный пептид, который называется калмасенсин. Он вырабатывает проэндорфины нашей кожи, то есть гормоны счастья. Поэтому удовольствие от применения совершенно другое этой линейки. Ну, знаешь, Гуль, я честно скажу, я уже не стала ждать, потому что вот у меня уже в корзине есть как раз несколько ваших позиций этого бренда шикарного Тиана. Но я хочу сказать, если вы действительно хотите попробовать что-то новое, отечественного производителя, но то, что действительно соответствует качеству, да, и не переплачивать просто за имя, то вот добавляйте также в корзину, как и я, и смело делайте себе такие хорошие подарки к Новому году. И третий продукт — это уход за глазками. Это гель по уходу за кожей вокруг глаз, который работает на мимическую морщину, то есть имеет в своем составе ботулоподобное вещество. И так вы получаете, купив этот комплект, абсолютно полную универсальную программу, то есть вы имеете очищение, вы имеете омолаживающий крем, который используется утром и вечером, и крем, который используется, гель, вернее, который используется под глазки. Но при этом осталось всего лишь 4 минуты для того, чтобы вы успели заказать по такой цене, правда, еще целый час у вас будет после окончания трансляции, такая цена продержится еще ровно час, но сейчас хочется провести некий такой, скажем так, блиц-экскурс, да, вот такой вот в мир бренда Тиана, чтобы напомнить, что у нас сегодня было, Гуль. Мы сегодня поговорили про бренд, рассказали, что бренд российский, этим мы очень гордимся, что производство у нас здесь в России. Косметика Тиана – это конструктор прежде всего, то есть вы можете собрать для себя уход индивидуальный, потому что она как пазл. Все линейки, а их огромное разнообразие, это и кремовые группы, это и ампульные сыворотки, это прекрасная линейка бустеров и таких вот, например, уникальных вещей, как тейпы или как натуральные пудры-сыворотки. Вы можете для себя сложить индивидуальный уход, то есть мы хотим, чтобы женщина могла иметь индивидуального косметолога у себя дома, да, чтобы наш бренд помогал женщинам, девушкам, мужчинам иметь абсолютно профессиональный уход, адаптированный под домашний. То есть сэкономить время, поход в салон, сэкономить деньги и посвятить больше времени себе и семье, ну, скажем так, не тратя лишнее время и деньги. Да. То есть поэтому бренд Тиана – это профессиональная косметика, адаптированная под домашний уход. Это ваш личный косметолог. Это очень здорово, и при этом сегодня здесь представлена только малая часть продуктов данного бренда. Успевайте приобретать ее по самым выгодным ценам на платформе Озон, потому что остается буквально одна минута. Добавляйте себе в корзину, и еще в течение часа вы можете делать покупки, ну, буквально с 50% скидкой. А у нас сегодня здесь в студии был представитель этого бренда, шикарного косметического бренда Тиана. Это отечественный производитель, да, производство Россия. Гуля, спасибо огромное. Огромное, потому что это невероятно полезная информация. Спасибо. Давайте всех поздравим с наступающим праздником, с Новым годом. Заботьтесь о себе, будьте счастливы, здоровы и пробуйте косметику Тиана. Я думаю, что будете очень рады и довольны. Да, ну а мы не прощаемся с вами. Оставайтесь далее на платформе Озон. Всем пока-пока. Спасибо.